Здравствуйте, вы смотрите программу «Тьютеры». О всех аспектах процесса обучения в московских духовных школах мы беседуем с теми, кто помогает студентам здесь учиться. То есть с тьютерами. И тема сегодняшней нашей встречи — духовное развитие. С вами Михаил Федоров. И Наш гость будет с минуты на минуту. Священник Алексей Котельников. Тьютер и помощник проректора по воспитательной работе Московской Духовной Академии. 1980 года рождения. Окончил Белорусский национальный технический университет, Московскую духовную семинарию, Московскую духовную академию. Рукоположен в диакона в 2009 году, в священника в 2011 году. Мы выбрали такую серьезную тему, как духовное развитие. Скажите, что такое духовное развитие? Сложный вопрос, наверное, очень многоградный, но если попытаться кратко на него ответить, видимо, это личное стремление человека к святости. А семинарий занимается духовным развитием студентов? Ну, семинарий это что? Это стены, или это коллектив, или это система правил. Скорее. Это, это коллектив, система правил. В этом смысле, скорее, надо сказать, что семинария создает некое пространство, в рамках которого каждый учащийся может заниматься этим самым духовным развитием. И эти правила помогают ему в этом. То есть в семинарию могут приходить духовно недоразвитые студенты? Наверное, самое главное, самый главный признак недоразвитости – это считать, что э, про себя что-то развит. Поэтому в этом смысле мы все, э, нам всем есть к чему стремиться, безусловно. Лучший способ духовного развития это тянуться за примером. В семинаре есть примеры, за которыми хочется тянуться. Я думаю, что этот вопрос надо задавать каждому конкретному человеку, потому что для каждого человека желателен свой пример, личный очень. Но мне кажется, что если захотеть, то такой пример всегда можно найти. Какую роль в духовном развитии играет Лавра? Очень существенную роль в духовном развитии играет Лавра мы искренне советуем нашим учащимся не провести эти пять лет просто рядом с Лаврой. Вы знаете, что у нас есть небольшой заборчик, который вот, формально отделяет пространство Академии от пространства, которое занято монашествующими. Так вот, мы советуем своим студентам не провести это время рядом с лаврой, но провести его в лавре. Потому что, пожалуй, не так важна сумма знаний и каких-то навыков, которые студент получает в процессе учебы и жизни в стенах духовных школ, сколько именно созревание души человека, ее возрастление, ее личный опыт жизни, с Богом. И, конечно, те люди, которые населяют монастырь, очень часто могут быть примером этого опыта, поделиться этим опытом, что, безусловно, является едва ли не самым полезным, что может вынести человек из процесса обучения. А случается ли проявление обратной реакции на процесс обучения в духовных школах? Не рост, а деградация? Очень сложно об этом судить с точки зрения вечности, потому что у Господа свои суды. Но поскольку мы люди, и у нас есть какая-то своя система координат, то приходится констатировать, что иногда совершаются поступки, которые свидетельствуют, может быть, о движении в обратном направлении. От этого никто не застрахован, поскольку, как мы с вами сказали, семинария — это действительно пространство, в котором каждый человек, в зависимости от своих собственных способностей, выбранного пути э, будет двигаться либо в одну, либо в другую сторону. Что делать, чтобы избежать этой деградации? Мне кажется, что в первую очередь быть э, очень искренним перед самим собой. И это будет очень сильно взаимосвязано с искренностью перед Богом. Человек, всякий человек и в особенности студент духовных школ должен четко понимать, что Господь присутствует в жизни, в Его жизни не когда-то и где-то, а здесь и сейчас. И в таком случае цели, средства, которые человек выбирает для достижения этих целей, будут как-то поверяться с присутствием Бога. Это не означает, что человек таким образом может избавиться от многих проблем и сложностей. У каждого есть свои недостатки, свои черты характера. Эти черты характера иногда бывают очень выпуклыми, и, если можно так выразиться, задевают за рамки, установленные семинарией. Для этого и есть эти рамки, чтобы человек, осознав какую-то, может быть, несовместимость. Для этого есть время, для этого есть э, коллектив, с которым в котором человек учится, для этого есть наставники, с которыми можно посоветоваться, для этого есть духовники, у которых можно и спросить совета духовного. Вот чтобы человек, осознав какие-то свои проблемы, принял верное решение о том, как с этими проблемами справляться и бороться. Давайте разберемся тем, что помогает студенту в его духовном росте. Безусловно, добродетель — это терпение скорби. Какие специфические скорби и проблемы у семинариста? Первое, наверное, специфическая для любого учебного заведения, для семинарий в том числе, это э, нехватка времени э, на какие-то сугубо личные дела и постоянное пребывание в достаточно большом коллективе людей. Вот э, студент на трапезе вместе со всеми, в классе вместе со всеми, в общежитии вместе со всеми, на богослужении вместе со всеми, и это иногда создает э, некую э, напряженность в жизни человека, который э, желал бы, может быть, более уединенно проводить какую-то часть своего времени. Это одна проблема. Вторая проблема, конечно, столкновение личностей в коллективе. Мы берем здесь коллектив в широком смысле слова и учащих и учащихся и начальствующих. Личности, безусловно, все разные и те или иные нормы, которых придерживается одна личность, один человек, не всегда являются абсолютно приемлемыми для кого-то другого. И вот здесь от э, всех нас, и студентов в особенности, требуется определенная мудрость, определенный такт, определенное внимание к человеку, который находится рядом. И это внимание, проявленное к кому-то, возвращается и к самому человеку. Э, таким образом помогая преодолевать вот эти вот межличностные трения. Отдельная сложность это, безусловно, сам по себе учебный процесс, который достаточно насыщен и, как мы с вами знаем, перемежается многими подчас внезапными послушаниями. Здесь очень важно умение спланировать свои труды и верно расставить акценты в том, что важно, что менее важно, в том, что необходимо сделать сейчас, а что можно отложить на потом, дабы не попасть э, в некий цейтнот, в полную нехватку времени, в ситуацию полной нехватки времени. Что же касается всех остальных сложностей, чисто технических, то они, наверное, не отличаются от таковых же в других учебных заведениях, но есть еще один пласт, еще одна сфера. Эта сфера, безусловно, духовная. Мы говорим о том, что обучение в духовных школах и главная цель лежит не столько в постижении некой суммы знаний, сколько в воспитании собственного сердца. Это воспитание, как, например, тренировка спортсмена, возможно только под нагрузкой. И поэтому многие наши студенты говорят, что заходим в Лавру и чувствуем некую особую атмосферу, иную. Находимся в расположении духовных школ и чувствуем э, насыщенность того пространства, в котором мы трудимся, в котором мы живем, и это действительно так. Господь через эту насыщенность, через многие сложности ставит перед нами главную цель воспитание своего внутреннего человека. Здесь нету стандартных рецептов, и здесь часто бывает так, что человек совершает ошибки, подчас даже отчаивается в каких-то своих. Возможностях и силах. Но снова и снова э, мы говорим о том, что искреннее прибегание человека к Богу, Его молитва к Богу и Его участие в таинствах, которые Господь всем нам даровал, являются залогом верного распознавания трудностей и своевременного реагирования на все, что происходит. Добродетель — послушания. Как студенты научаются ей? Так же, как и всем иным добродетелям, просто из жизни. Послушание — это не есть, как бы это выразиться, такое совершенно безрассудное отсечение своей воли, которое отключает определенные опции человеческого разума и делает из человека некоего биоробота. Послушание — это сознательное понимание студентам, что Господь его поставил в данный момент, в данное обстоятельство. И желание из этих данных обстоятельств вынести всю пользу, какую может э, получить э, человек, учащийся, студент, или же даже просто сотрудник, или преподаватель Академии, находясь здесь. В этом смысл послушания, а не просто в каком-то, э, как сейчас иногда говорят, тупом подчинении тому или иному должностному лицу. И если подходить ко всему, что случается со студентом здесь, именно с этих позиций. А я даже не представляю себе, как можно подходить с каких-то других. Потому что если мы не признаем за Господом промысл домостроительства нашего спасения, наше э, участие его во всех, абсолютно всех обстоятельствах, которые нас посещают здесь, то мы фактически устраняем его из э, своей жизни. Говоря о том, что... Как бы, Господи, это все, конечно, хорошо, что Ты вот здесь для меня устроил, вот эти преподаватели, вот эти стены, вот эти правила, но я хочу по-другому. И если это я хочу направлено еще на просто какого-то другого человека, это одна ситуация. Когда мы говорим об этом Богу, то, очевидно, мы просто теряем саму нить своей жизни, уходим в сторону. А понимание того, что эта нить существует как раз-таки является залогом нашего верного отношения ко всему, что случается с нами, и, соответственно, воспитывает в нас э, то самое послушание. Послушание в первую очередь именно Богу, чем кому-либо еще. Молитва. Семинаристов учат молитве? Ну, в техническом значении, как читать правильно, учат, безусловно, учат. Не всех, правда, удается научить, но учат. Что касается молитвы как некоего внутреннего делания, как некого сердечного труда, то, видимо, тоже учат, но здесь главным учителем является опять-таки Господь. Мы можем пойти и посоветоваться с нашими наставниками и преподавателями, мы можем спросить духовного совета у духовников, священников, которые служат и в Академии, и в Лавре. И это является такими инструментами или, если угодно, костылями для нашей учащейся души. Но самое главное — обучение происходит где-то глубже, внутри человеческого сердца. И опять-таки, как бы это, может быть, банально не звучало, как бы это не звучало книжно, как бы это не набило кому-то оскомину, все равно этот процесс — это следствие и результат — искренних и настоящих отношений любого человека с Богом и проживания многих обстоятельств в контексте присутствия Бога в этих самых обстоятельствах. Через это, через формирование этих отношений с Богом создается, созидается и наши мысли по отношению к Нему, наш личный живой разговор с Ним, наше личное общение с Ним. Что по сути дела и является молитвой. Любовь к ближнему, она рождается в сердце. Вот как учеба в семинарии способствует э, этому? Для начала, наверное, учеба в семинарии помогает человеку, если не созидать что-то вот непосредственно, то по крайней мере избавляться от того, что мешает этому созиданию. Можно себе представить общежитие 150 человек с проходными комнатами, вот, и человека, который размещен администрацией в крайнюю проходную комнату, через которого утром могли пройти почти все 150 человек, вставшие, например, раньше его по тем или иным причинам. Вот уже одна эта ситуация может научить человека, во-первых, замечать за собой. Те ростки, раздражительности и, и прочих каких-то негативных чувств, которые волей-неволей возникают в его душе. А во-вторых, э -э, научать справляться с этим всем. Равно и то, о чем мы говорили с вами ранее: вот это непрестанное пребывание в коллективе всегда выявляет в душе человека тот негатив, который мы испытываем по отношению к нашим ближним в силу тех или иных обстоятельств. Ну а уже дальше начав войну с этим негативом, и спрашиваю Бога помощи в этой войне, мы э, учимся и любить. Сначала принимать человека таким, какой он есть. Просто принимать, потому что другого рядом не будет. На ближайший год вот именно этот сосед по общежитию или именно этот сосед за партой. А потом не просто принимать, но и видеть глубину этого человека глубину образа Божия, заложенного в нем. Через это и. Чувство любви постепенно, наверное, очень медленно, если быть откровенным. Но тем не менее, прорастает и развивается в душе человека, который ищет этого. Рассуждение. Почти специфическая богословская добродетель. Ее воспитывает учеба в семинарии? Мне кажется, что ее больше воспитывает жизненный опыт. И учеба в семинарии как часть этого жизненного опыта, безусловно, способствует тому, что человек... Идя по жизни, начинает все более верно и верно расставлять правильные оценки тому, что видит вокруг себя. Верно рассуждать о тех или иных явлениях, с которыми сталкивается. И в этом смысле само по себе пребывание в семинаре в силу наличия многих трудностей этого пребывания является способствующим к тому, чтобы жизненный опыт человека умножался, а через это и росла способность человека рассуждать, то есть верно понимать те или иные ситуации, в которых он оказывается. Это программа Тютер, подготовники на студии богослов. Сегодня мы с вами говорили о духовном развитии семинаристов. С вами был Альвент Хилидзе и Михаил Федоров. До встречи!